добрый вечер, друзья. Вот, знаете, как в жизни бывает. Совершенно ведь не собирался я читать лекцию о Льве Толстом. И он меня просто настиг. Вот. Все началось месяц назад. А меня попросили выступить там перед студенческим театральным показом пьеса, которая называется «Анна в тропиках». «Анна в тропиках», значит, начало 20 века. Люди крутят сигары и слушают чтецов, чтобы скушать не было. Вот приезжает чтец читать Анну Каренину, ну и завертелся. Ну и меня попросили сказать там несколько слов про Анну Каренину, про Толстого там, и так далее. И закрутилось. И закрутилось, потому что стоило мне только вот это вот выступить, все. Моя знакомая из Ясной Поляны шлет мне, значит, фотографии. Я прихожу куда-то, там лежат книги Толстого, причем философские сочинения, которые вообще я на полках практически не вижу никогда. И вот им и очень много. И все, при мне все время говорят о Толстом. Вот, и как-то, и, ну, дело дошло до того, что я думаю, деваться некуда надо. Надо нам, Олег Николаевич, поговорить. Узок круг толстовцев. Вот, немного нас вот осталось, ну ничего страшного. Вот, вы знаете, есть такой замечательный культуролог, и философ, и филолог Михаил Эпштейн. Вот он говорит, там раньше открыли новый свет, да? Был старый свет, открыли новый. А сейчас мы открываем тот свет. Тот свет, он называется, этот процесс эволюционной эсхатологии, мне очень нравится. Вот. То есть медленно, эволюционно мы, двигаясь по пути эволюции, впадаем в какой-то в конец туннеля, в конец света. Но это не конец света, как, значит, вот светопредставление, да, и абсолютная финальность мира. Это просто некое изобретение того света. Вот, да? И мы уже там. Вот, в какой-то степени, насколько сильно мы в нем окажемся лет через 20. И он совершенно справедливо замечает, что, конечно, там во времена 19 века, во времена и Пушкина, и Достоевского, и Толстого, пожалуйста, проходите, расстояние между старым и новым светом, оно было гораздо короче, хотя было очень длинным. Вот, нежели расстояние между тем светом и старым, а также новым, и всеми предыдущими. Вот, и всеми предыдущими. А поэтому я вообще себе очень слабо представляю лекцию о Толстом лет через 20 или через 30. То есть я, мне кажется, очень трудно будет вообще объяснить, что это была за эпоха, что это были за люди, чем они жили, каковы были их системы ценностей, чем они руководствовались и так далее. Уже сейчас трудно, но как дальше, я просто не знаю. Тем более, что речь идет о Льве Николаевиче Толстом, который всю мою жизнь всегда вот вызывал какую-то острую полемику. Вот. Все привыкли Толстого делить пополам, еще со школы. Еще со школы ходили анекдоты, что девочки читают «Мир», вот, первый балл Наташи Ростова, мальчики «Войну», поделено, вот, пополам. Я все время встречал людей, которые говорили, ну, Толстой, вот, как писатель, да, но как и философ, как религиозный деятель, какая-то, вот, какая-то дрянь. Какое-то морализаторство, какая-то дидактика поделена, значит. И частенько мне, я попадал в ситуации, когда мне приходилось так как бы пытаться объяснять, чем же велик Лев Толстой. Вот чем же, вот что же там такое-то. И надо сказать, это не так просто сделать.
Вот. Я очень благодарен своему отцу, который когда-то мне показал чудеса Толстого. Ну, то есть он, когда я был в старших классах, любил заниматься со мной стилистикой. И он открывал Толстого и просто показывал мне, как Толстой создает вот эти изобразительные объемы. И я что-то тогда уловил. Да, а параллельно показывал это на 20 веке, как также фразы строятся у Хемингуэя, у Фолкнера, там у выдающихся западных писателей. И я начал понимать, что да, вот там мы-то из гоголевской шинели, возможно, конечно, вышли. Вот, но все-то остальные вышли из одного, из какого-нибудь рукава халата домашнего Льва Николаевича Толстого. Да? И сейчас, то есть, когда там я занимаюсь публичными выступлениями, и здесь, и по телефону, там, значит, по какому-нибудь WhatsApp с людьми из других стран, то у меня одно из главных упражнений, я всегда говорю о Толстом, я прошу их показать, да, показать разные вещи, там, показать небо, показать жену, вот, показать там кухню, показать дерево словами. Словами, не жестами, это не игра в крокодила, а словами, чтобы я это увидел. Да, вот я это увидел. У меня было ощущение, что я там, я внутри, да. Вот я, как Андрей Болконский, стою возле этого дуба. Да, вот так вот. Я как Наташа Ростова на охоте, чтобы я это видел так, как будто бы это я там. И вы знаете, что-то получается, и всегда очень приятно. Всегда очень приятно. Но как это сделать? Да, по отношению ко всему Толстому, если не делить его на части. Понимаете? Если не делить его на части, хотя это сложно. Вот. Кто-то про него сказал, что у него все торчит. Вот. Все торчит. Все торчит в разные стороны. Да? Все торчит в разные стороны при какой-то невероятной, тем не менее, да, устойчивости и целостности какого-то ядра личности, которую он искал всю жизнь. Может быть, и не личностью это стоит называть. Сейчас я вам прочитаю тут некоторые цитаты. И, наверное, надо сказать, что ничего подобного в мировой культуре я не знаю. Вот просто так вот. Ничего подобного. Я не знаю, что еще вообще. Аналогии нет. Просто. И Тургенев, с которым у Толстого будут разные отношения. Они ведь на дуэли едва не дрались. Ну, как многие русские писатели. К счастью, кто-то помог, в общем, избегнуть этой беды. Русские писатели, как правило, вот, все-таки не стрелялись друг с другом, а стрелялись-то довольно комично. В общем, у нас нет этой беды, когда один писатель убил другого. Вот. И Тургенев, описывая все вот эти толстовские противоречия, да, все вот эти как бы не совпадающие объемы, говорил, он один такой. Другого я не знаю. Другого я не знаю. И я хочу сказать, что да, это будет некорректное сравнение, я предупреждаю, некорректное. Оно вообще не будет иметь никакого отношения к какой-то культурологии, это скорее образ, да, какая-то метафора. Что, конечно, в каком-то смысле Толстой, безусловно, крупнее, чем Шекспир, чем Данте, чем Микеланджело и вообще, чем все. И я имею в виду сейчас не гений Толстого, потому что сравнивать гениальность Толстого с гениальностью Шекспира, которого он ненавидел, да, помните, он Чехову сказал замечательную фразу, мне очень нравится, пьесы ваши еще хуже, чем у Шекспира, вот, замечательная фраза, там, или Микеланджело, я имею в виду, что ни один человек, который был художником, писателем, философом, кем угодно, не обладал таким каким-то совершенно немыслимым, да, невероятным, ни с чем не сравнимым влиянием на человечество, на эпоху. Понимаете? И Александр Моисеевич Пятигорский, когда
выдающийся философ, когда он читал такие микролекции на радио «Свобода», он говорил, что в 90-е годы Толстой – это некий всечеловек, да, некий надчеловек. Как бы ничего нельзя сказать, не коснувшись Толстого. То есть Толстой проник во все контексты. О мире ничего нельзя сказать. Махатма Ганди ждет, что скажет Толстой. Понимаете, я уж не говорю про писателей. Он вплетен во все контексты. И он действительно некий надчеловек, да, вот, на которого все оглядываются, все ориентируются и говорят про него, ох, разное. Ох, разное. Понимаете, ну про кого еще? Вот я вам Томаса Манна. Я надеюсь, что вы люди читающие, понимаете, какого класса писатель Томас Манн. Да, «Волшебная гора», одна из лучших книг на Земле. И вот Томас Манн. Это он пишет, началась война. Да, Первая мировая война. Война вряд ли могла бы разразиться, если бы в 14 году глядели еще на мир зоркие и пронзительные глаза старцы из Яснополена. Европа неслась, закусив у дела, а она уже больше не чувствовала над собой руки господина. Это что сказано вообще? Ну, во-первых, сразу разделим это все, да. Что было бы с Толстым, если бы он прочитал, что Томас Манн назвал его господином? Может быть, пока вы еще этого не понимаете, но я постараюсь, чтобы вы поняли, что Толстой был бы не просто недоволен, он был бы шокирован этим. Но дело не в этом. Дело не в том, как бы отреагировал Лев Толстой. Томас Манн говорит, что Европа сошла с ума. Она вступила в войну. Этого бы не случилось, если бы над Европой была простерта рука господина Европы Льва Николаевича Толстого. И если бы его серые глаза приглядывали за этим пространством. Это о ком вообще идет речь? Это что, вы можете хоть один пример какого-нибудь человека такого привести, чтобы мировая война началась, да? Первая мировая война, то есть не было таких войн, она первая. Ну вот, чудовищ, но ее бы не было потом с ума. И Чехов, да, помните, с Буниным, я это постоянно цитирую, вот умрет Толстой, и все пойдет к черту. Да, и ошарашенный Бунин, литература и литература. А в другом месте Чехов пишет, хорошо жить в литературе, когда есть Толстой. Все на себя возьмет. Вот. Все вопросы совести решит. Может спокойно жить и писать. Потому что всем занимается Лев Толстой. Ну, уже хочется убежать и спрятаться. Потому что, ну а как о таком человеке читать лекции? Он же даже уже не человек, он господин. Понимаете, господин. Но господин, понятно, не в том значении слова, которое ненавидел Лев Толстой, который отрекся от собственности, вот, который вел невероятную совершенно, тоже не имеющую никаких аналогов, да, в одиночку войну со всем миром, вот, и главное, с самим собой. А в смысле, да, господина духа. Духа. И кого мог так обвинить Бердяев в его блестящей статье «Лев Толстой. Русская революция», где, прочитайте, если у вас будет, там несколько страниц, но это совершенно блистательное обвинение Толстому. Вот. Совершенно блистательное, наотмашь. В чем обвиняет Бердяев Толстого? В том, что Толстой... Главный источник, едва ли не главный источник русской революции. Потому что моральное учение Толстого совпало, да, с моральным учением в какой-то момент соприкоснулось тех, кто делал революцию. И моральный нигилизм, как он это называет, да, потому что то, к чему Толстой по Бердяеву привел свое моральное учение, это нигилизм, нигилизм высшей степени. Он является некой основополагающей, да, формой, платформой,
пространством русской революции. Нет никого более далекого из всех гениев, да, Бердяев не отрицает, что Толстой гений, кто вообще бы не понимал, не представлял себе, что такое дух. Это Бердяев. Опять неплохо. Вот, опять неплохо. Оказывается, есть кто вот виноват. Ленин хвалил, кстати, Ленин хвалил. И да, это странным образом Бердяев и Ленин об одном и том же говорят. Вот. Об одном и том же практически. Понимаете, так что же это было-то тогда? Да? Что же это было? Вот такого, конечно, мы ни у Микеланджело, ни тем более о Шекспире, тем более, что мы не знаем, кто это, ни о Данте, ни о ком сказать не можем, потому что ничего подобного просто в истории человечества никогда не было. Это абсолютно единственный феномен. И поэтому так трудно об этом говорить. Вот. Поэтому так трудно об этом говорить, так как ну, непонятно, как это вообще. Вот. Вот как это вообще, что с этим вообще сделать? А? Ну, это вот в качестве предисловия номер один. Теперь предисловие номер два, чтобы мы поняли, кто такой Лев Толстой. Ну, вот. Ну, для того, чтобы, конечно, ввести предисловие номер два, вот, здесь тоже все не так просто, нужно сказать важную вещь, да? Практически ведь этот человек, наверное, единственный, опять же, кто выставил свою жизнь целиком и полностью на показ. Потому что у Достоевского это дневник писателя. Это в некотором смысле жанр. У Толстого его дневники. В конце жизни он считал главным своим произведением. Главным своим произведением. Но кто-то к писательству вообще, так сказать, да, мы проникаем в какую-то в такую зону, сферу, где Толстой с такой какой-то страшной, я бы сказал, страшной откровенностью пишет, да, по всем вопросам, что как-то и непонятно. И в конце жизни была мысль дневники уничтожить. Нет, он их оставил, зная, что все прочитают. Все прочитают. Про венерические болезни, про то, как он это все воспринимал, про интимную жизнь с женой, с Софьей, про все, весь этот суд над собой, который представляют из себя эти дневники. Да, грандиозный, вообще русская тема, да, у нас что не человек, то суд над собой, вот, да, Цветаева, да, суд над собой в одной форме, Толстой суд над собой в другой форме, и вот из дневников, вот. Как хорошо, нужно, пользительно, при сознании всех появляющихся желаний спрашивать себя, чье это желание? Толстого или мое? Толстой хочет осудить. Думать недоброе об НН. А я не хочу. И если я только вспомнил это, вспомнил, что Толстой не я, то вопрос решается бесповоротно. Толстой боится болезни, осуждения. И сотни и тысячи мелочей, которые так или иначе действуют на него. Только стоит спросить себя, а я что? И все кончено. И Толстой молчит. Лев Толстой. Как вам? Вот. Неплохо? Неплохо это борьба. Да кто же это был-то? Если он с Толстым в такой борьбе, это кто? Вот. И кто этот, да, неназванный, который частенько побеждал-таки Толстого?
Толстого. Да? И породил все эти наши вопросы. Победил он все-таки Толстого, когда тот ушел из Ясной Поляны перед смертью? Победил он Толстого, когда, значит, был вот этот вот переворот в его жизни в 1977 году, который начался в 1877 году, или нет? Кто это был? Вот. Вот это вот интересно. Понимаете, вот мы это про себя очень редко понимаем, да? А Толстой это понимал буквально с детства. Буквально с детства. Но вот что важно тут, да? Разумеется, я предполагаю все-таки не одну, а две лекции как минимум прочитать о Толстом, потому что мне так как-то свободнее. Вот. И как подумал, сколько всего впихнуть надо в одну лекцию, мне как-то стало нехорошо просто. И я почувствовал, что так нельзя. Вот. Чего я буду впихивать? Вот. Чего это ради? Вот. А зачем? Пусть она течет, как течет. Вот. Там разберемся. Значит, путаница вокруг суждений, да, особенно религиозных суждений Толстого огромна. Я помню, ну, я же тоже делил Толстого на два, я прочитал все его художественные произведения в свое время. И так просмотрел вот это все, в чем моя вера там. Вот это, да, потом убедился, ну, на тот момент, что это тоска зеленая, в общем, конечно, все, пусть читают кто-нибудь. Вот, я-то не, ну, вот, я лучше вот Анну Каренину, я, как так, да. Вот. Ну, или Севастопольский рассказ, ну, что-нибудь. Вот, это не буду. А потом, понимаете, мне попалась в руки книжка. Я ее купил, и она меня потрясла. Ну, потому что как человек, который был совсем плохо осведомлен, я сейчас тоже плохо, но чуть-чуть лучше, да, все эти споры с церковью, да, всю, вся эта история, да чего же он хотел-то, вот, я и сейчас не понимаю, вот. Там, я думаю, что, кстати, почти никто не понимает. Вот такое у меня убеждение, потому что я от очень хороших авторов, сильных, все время слышал, что Толстой атеист. Мне попадается эпизод, где ему 19 лет, по-моему, или 20. Страница полторы, где он рассказывал, как он молился всю ночь. И так рассказывает. Ну, цитировать надо, я вам процитирую один фрагмент, потому что... Я говорю, как это так? Начинаю листать. Если читать эту книжку, вот, он всю жизнь провел в молитве. Это же выдержки из дневника. Это просто взял кто-то из дневников, да, собрал. Какой атеизм? Вот. Что тогда имеется в виду? Да? А, что, как, никаким атеизмом здесь даже близко, как, ну, потому что я прочитал. Стало интересно. Да? Стало интересно. И стало понятно, что, ну, может быть, пришло время какое-то нам с Толстым хоть немножечко встретиться. Вот, потому что сейчас, конечно, гораздо более актуален Федор Михайлович Достоевский, его другой великий, да, современник. А Лев Николаевич где-то немножко так у меня ощущение в сторонке. Он сейчас не занимает того места в мировом сознании, какое он занимал вот в сознании Томаса Манна или кого угодно, да, при своей жизни или после своей смерти. Ну, наверное, вот так вот. Вот. И я хочу начать с того, что прочитать вам, как бы сказать, самое раннее. Самые ранние. Вот два фрагмента. Здесь есть весь задел. То есть опустим сейчас детство, отрочество. Вот. И даже юность частично. Обо всем об этом вы можете прочитать в трилогии Льва Николаевича Толстого. Меня интересует поразительный момент, да, в дневнике. По-моему, ему 18 лет. Вот. От казанской проститутки. Юноша, студент Казанского университета, заразился гонореей. Попал в клинику.
попал в клинику лечиться. И пишет, что лечится, вот, и всем доволен. А чем доволен? Вот это первое, как сказать, вот такой первый вход в Толстого. А чем доволен-то? Чего хорошего там произошло? Удивительно такого. Ну вот. В общем, неприятно, больно и как-то и стыдно, и блин, и все на свете. Чем он доволен-то? И в какой-то момент я стал понимать, что он, видимо, доволен тем, что может полежать в больнице, вот, и пока его будут лечить, не испытывать этого, да, преследующего его жизнь, вот этого страшного противоречия. Да, страшного противоречия. Между тем, к чему он стремился всеми силами души и муштровал себя, сейчас я вам покажу, как он муштровал себя, и тем, что есть вот, да, половое влечение, похоть. То есть он доволен, что заразился и может какое-то время не хотеть женщин. Может быть, это неверное толкование. Но судя по тому, что я, так сказать, прочитал там потом, да, мне кажется, что что-то все-таки, ну, как-то доволен. Как-то хорошо. Вот. Лежишь в венерическом отделении вот, Казанской больницы и чувствуешь себя как-то это. Вот. На какое-то время отвязалась. Да? Отвязалась. Отпала. Отпала. И тут же, да, тут же, через 2 месяца, Толстой в Ясной Поляне, вот, этот юноша формулирует в некотором смысле, вот, знаете, как вот, вот если бы мы с вами видели спектакль, да, режиссер и актер формируют сверхзадачу там, за кулисами. А вот прочитаем мы ее, когда сидим в зрительном зале или нет, это уже вопрос того, как они сформировали, вот, как мы умеем читать. А вот представьте спектакль, где вот актер выходит на сцену, формулирует сверхзадачу, вот, и начинает исполнять. А мы все смотрим. Вот мы собрались, причем в какой-то момент уже смотрит все человечество. Да? И вот мы собрались и думаем, ну как оно, упадет, пропадет. Как у Высоцкого. Вот. Выполнит. Он ее будет формулировать в разных формах многократно. Вот, да, по-моему, блестяще. Дойду ли я когда-нибудь до того, чтобы не зависеть ни от каких посторонних обстоятельств? По моему мнению, это есть огромное совершенство. Ибо в человеке, который не зависит ни от какого постороннего влияния, дух необходимо по своей потребности превзойдет материю, и тогда человек достигнет своего назначения. Вот. Вот она главная задача. Вот она главная задача. И, конечно, здесь мы понимаем, при чем здесь половое влечение. Вот. Потому что как-никак обстоятельства, от которого, да, зависишь. Так или иначе зависишь. Причем зависишь, так быстро начинаешь зависеть, что даже не успеваешь понять, что уже зависишь. Вот. Вообще-то сказать, надо понять, что, конечно, это в большой степени история про войну. Потому что речь идет не только о том, что это участник, значит, обороны Севастополя, который покинет Севастополь в последний день. Вот. А дело в том, что, конечно, Лев Николаевич – это воин. Это воин. У него были, мы о них скажем, такие относительно счастливые и даже очень счастливые периоды жизни, когда он почти не воевал, но он был очень занят. Он писал лучшие свои книги. Все остальное время Лев Николаевич проводит на войне. Прежде всего, на войне с самим собой. И вот это не зависит ни от каких посторонних обстоятельств. Интересно.
Вот. Ну, практически ни от чего. Не зависеть от внешнего мира полностью. Выйти из-под его контроля. Это формулирует юноша. Это формулирует юноша, который так мало похож на того Толстого, которому мы поклоняемся, или наоборот его осуждаем, потому что вот старик, что написал, как все это все-таки прямолинейно, скучно, вот, глупо, а уж о браке-то, да ну просто вообще, так сказать, сил нет, понимаете, а уж там, знаете, как они поссорились с Тургеневым, была колоссальная просто ссора, заговорили, молодой Толстой возвращается из Севастополя, а всех потрясли севастопольские рассказы. Потрясли до такой степени, что существует легенда, что его пытались с этого самого, по-моему, четвертый бастион был, самый трудный, где, кстати говоря, Толстой и был, по-моему, в чине подпоручика, вот, заведовал небольшой батареей. И, между прочим, да, ну вот оцените браваду этого молодого человека. У него, значит, ну, была такая вот, как бы, кураж. Перед тем, как, значит, вот подносит огонь к пороху, и перед тем, за секунду перед тем, как вылетит ядро, пройти мимо жерла так. За секунду. Вот. И так каждый раз, когда стреляет пушка. Бравада? Бравада, я думаю, тоже муштра. Понимаете, и зайдет разговор о Жорж Санд в редакции «Современника», да, или где там они будут, скандал будет невероятный, потому что Толстой разразится такой речью. Он скажет, что... Он, конечно, прочитал Жорж Санд. Этих, значит, свободолюбивых женщин, вот, какой и сама была Жорж Санд, и он скажет, что до таких женщин нужно, значит, привязывать к телеге и с позором возить по Петербургу, с позором. Конечно, собравшись в публик, там, Тургенев, вот, Дружинин, там, значит, Гончаров, вот, Некрасов, были не готовы возить женщин по Петербургу, они хотели возить, зная характер, например, Некрасова, да и Тургенева, они бы их хотели возить в своих колясках. Вот. И героинь Жорж Санд в том числе. Водить их с позором! С позором! Причем Толстой не унимался. Более того, это характер, понимаете? Жорж Санд он ненавидел так люто, что дома, уже будет жить дома, с женой, с детьми, он будет устраивать... Такие, он будет писать шуточные пьесы, высмеивающие Жорж Санд. И дома будут ставить, он будет измываться, ну вот, вот просто от души над этим, над всем, понимаете? Вот, вот, ну как он может пригодиться феминистскому веку? Нет, мы про другую речь, я не, никого... Феминисткам надо сейчас сразу как-то, в общем, уходить, потому что Лев Николаевич тут, это совсем не в тему, вот. Я даже не знаю, что пообещать, потому что кого пообещать. Вот. Ну, я найду какого-нибудь автора, который, так сказать, соответствовал бы веку нынешнему. В этом-то весь и вопрос. Понимаете, в этом-то весь и вопрос. Почему называется «Толстой и Серебряный век» лекция? Да потому что парадокс, как и все в Толстом. Да, как и все в Толстом. Кто больше всех ненавидел модернизм, и в том числе Серебряный век, Толстой? Кто ненавидел декадентов больше всех? Толстой. Кто больше всех сказал обидных слов про них? Толстой. Это все Толстой. И тем не менее, когда я услышал, как Сергей Александрович Соловьев, выдающийся наш соотечественник, кинорежиссер, который поставил Анну Каренину, сказал, что Анна Каренина – первый роман Серебряного века, я не понял, что он сказал. Но внутри у меня что-то сказало, это правда. То есть, да, эту мысль надо раскручивать, ее нужно как-то... Но внутри тоже сказал, а ведь да, понимаете? И здесь, вот, как говорят мудрецы из New Age, это как в капле моря отражается океан.
Ну, это вот такие расхожие мудрости, вот где-то почерпнутые. Вот в капле моря отражается океан. Надо говорить таинственно, многозначительно и с большим умом. Но вообще с Толстым все так. С Толстым все так. И, конечно, и все правда. И все ложь. Абсолютно. И количество контекстов, которые можно задать, говоря о Толстом, бесконечно. Я даже думаю, что, может быть, и феминистские можно протащить. Вот. Во всяком случае, может быть, я где-то попробую. Вот, я постараюсь. И так, этот человек начинает понимать, что надо... Он не свободен от раздвоенности, даже как все мы. Да? Заняться Ясной Поляной. Заняться Ясной Поляной. Понимаете, тут надо одну вещь учесть. Когда делили имущество, да, ведь Толстой сирота. Не понимая этого, мы вообще ничего не поймем. Мама умерла очень рано, и он тосковал всю жизнь. А отец чуть позже. И он, когда вот затеет эту утопию, да, грандиозную, под названием «Семейное счастье», которое, надо сказать, несмотря ни на что, ему удалось на какое-то время. Потому что про него еще брат говорил. Он говорил у Толстого, говорит, у Лёвы есть такая особенность, он любое поражение превращает в победу. Вот обманет его купец на 1000 рублей, так он придет, опишет это и получит 2000 гонораров. Надо сказать, что-то в этом есть, потому что это цепь бесконечных провалов, которые, ну, не всегда далеко, но какими-то немыслимыми триумфами, да, иногда завершались. А Ясная Поляна была самым убыточным имением. И братьям было не досуг вообще брать Ясную Поляну, с ней возиться, вот, невероятно. Но это было его детство. И он хотел, и отсюда эта вот длиннющая история с перебором невест. Да, там один список, в кого он влюблен, да, ну, он огромный. Вы только не путайте, это не дунжуанский список Пушкина, здесь все по-другому. Это список девушек, дворянок, в которых он был влюблен. Надо было исправить прошлое, знаете, в некотором смысле воссоздать это детство. Вот как то, что он когда-то помнил, да, когда хлопотала мама, ходил отец, бегали дети, да, вот, были уроки, вот, дети резвились, и была эта красота Ясной Поляны, и он не мог ее бросить, и он ее не бросил, и он ее не бросил, он взял убыточное имение. Ну и решил, конечно, заняться то, что он напишет в «Утре помещика», да, в своей новелле, ну или маленькой повести. То есть ничего не умел, вот, ничего не понимал, напортачил. А кроме того, Лев Николаевич, конечно же, страдал тем же недугом, которым страдало большинство русских классиков XIX века. Каким? А каким недугом страдало большинство классиков XIX века, друзья мои? Любовью к карточной игре. К азартным играм, потому что на бильярде он тоже будет играть, Лев Николаевич. Пушкин. Причем все игроки были так себе. Вот, да? Линию немножко замыкают Маяковский и Юрий Карлович Олеша. Вот, ну, можно и дальше ее продлить, но тоже не очень. Тоже не очень. Но хуже игрока, чем Лев Николаевич Толстой, наверное, не было. Вот. Я все время думаю, как выглядела партия в бильярд между ним и Пушкиным. Вот. То есть, кто бы кому больше проиграл и кто бы кому был бы должен. Потому что первая половина жизни Льва Николаевича Толстого – это огромные долги, огромные, да, в силу карточных, а потом бильярдных поражений, сокрушительных. Некрасов, вот, сутки проводил за карточным столом и тоже бывал, вот.
Про Федора Михайловича Достоевского я вам расскажу в другой раз. Но про это можно многое прочитать. И там прочитать, например, роман «Игрок» или посмотреть баталовский фильм. Вот. В общем, они были не очень игроками. Не очень. Поэтому, так сказать, привести имение в порядок ему удалось только тогда, когда там появилась Софья Андреевна. Естественно. Потому что Софья Андреевна, когда там появилась, ну так я вас немножечко в быт, да, там что происходило в этом имении, значит, пахло сеном в доме, хозяин дома, то есть Лев Николаевич Толстой, ходил, это какая-то, вот я даже не знаю, как это одновременно халат и ночная рубаха. То есть он ходил в халате, а вечером просто халат отстегиваешь, ну это радость быта мужского. Чтобы не мучиться, не надо было. Вот это же ужасно, понимаете, снимать, а еще одевать пижаму, если. Пижам. Я вот не дорос до пижамы до сих пор. Ну вот. У меня скоро 58 лет исполнится, через пару недель. Я не дорос до пижамы. Это ужасный какой-то, одевается. Вот это вот, застегивается. Какой-то. Лев Николаевич тоже самое. Все братья тоже самое. Все спали в одной комнате, часто на полу. Вот, Софья Андреевна, когда пришла, поймала, значит, у себя в тарелке какое-то насекомое, пришла в страшный ужас, потому что ложки и вилки железные. Это она у меня, конечно, на кухне была. Вот. Железные. А должны быть? Правильно. И век-то ведь у нас серебряный. И ложки. Вот, и ложки. Да, серебряный. Ничего этого не было. Воровали на кухне. Вообще какой-то... Усадьба заросла бурьяном. Вот. Это про то, как хозяйствовал, значит, Лев Николаевич Толстой вот в эту часть до 34 лет, пока он не женился. Так будет не всегда. Это удивительный человек. Да? Удивительный человек. А получив, он, когда имущество будут делить между детьми, когда он сыграет в «Короля Лира», но об этом отдельная история, там прибыль будет исчисляться только от имений, от земли, от всего прочего в 500 000 рублей, вот тех 500 000 рублей. Это Лев Николаевич. Который совсем, казалось бы, к этому не был способен и не был к этому рожден, но. Вот вам фрагментик небольшой. Это выжимка из его дневников. Это совсем молодой человек. Ну, я прям немножечко, да? Необходимо тренировать себя в любви к людям. Чтобы каждый день любовь твоя ко всему роду человеческому выражалась бы чем-нибудь. А, кстати, неплохо сказано. Вот, очень неплохо. Ну, хоть чем-нибудь. Там он за образец берет, да, правила Бенджамина Франклина. Одного из основателей Соединенных Штатов Америки. Вот как пересекается все. Вот, значит, по-моему, он к Конституции Соединенных Штатов имел кое-какое отношение. Вот, правила муштры, да, то есть надо сделать себя. И вот Толстой начинает делать. И вот смотрите, утром долго не вставал, ужимался, как-то себя обманывал. Ну, то есть, в дневнике это записывает, потому что каждая секунда это борьба. Ну, то есть, он как все, мы, видимо, он проснулся утром и думает, что-то, наверное, еще не это самое, время-то не пришло, вот, вставать-то ужимался, как-то себя обманывал, да, во сне. Читал романы, когда было другое дело, говорил себе, надо же напиться кофею, как будто бы ничем нельзя заниматься, пока пьешь кофе. С Калошиным, со знакомым, не называю вещи по имени. Хотя мы оба чувствуем, что приготовление к экзамену есть пуф. Я ему это ясно не высказал.
Пуаре принял слишком фамильярно и дал над собой влияние незнакомству, присутствию Каошина и великосветской важности. Гимнастику делал торопясь. Смотрите, все это касается очень разных областей жизни, да, чем интересно, да. Это отношения, да, это какие-то внутренние реакции, да, какая-то система ценностей, с кем-то высокомерно поговорил, решил сыграть в графа, вот, великосветского. А здесь гимнастику делал торопясь. Вот мелко, что атеистов не существует. Есть только люди суетные. Ну, гениально. Атеистов не существует, говорил Достоевский. Просто нет. Есть только люди суетные. Поэтому Толстой понимает, что торопясь – это отделаться от гимнастики. Ты не делай, а быстрее надо сделать гимнастику и перейти, например, к кофе. Вот, да? Или открыть окно, посмотреть, какой хороший день. Сейчас дремну немного. Вот. Нет, он себе везде поставил, так сказать, заградотряды. У него там стоят. У него заградотряды стоят. Дальше. Горчаковым не достучался от ложного стыда. Князь Горчаков, да, одна из самых знаменитых фамилий, не достучался от ложного стыда. У Калошиных скверно вышел из гостиной, слишком торопился и хотел сказать что-нибудь любезное. Не вышло. Юноша. Понимаете, он мне не случайно иногда Байрона напоминает. Вот, казалось бы, ничего общего, но в том, как эти люди муштровали себя, да, в какой самодисциплине. Самодисциплина нужна для чего? Для того, чтобы обрести свободу от всего, от всех внешних обстоятельств. Вот что-то есть. В манеже поддался дурному расположению духа. Поддался в манеже дурному расположению духа. И по случаю барни забыл о деле. У Бегичева хотел себя высказать и к стыду хотел подражать Горчакову. То есть хотел себя показать, и чтобы себя показать, как-то вот принял образ Горчакова на какое-то время. Видно, он его впечатлял. Все тут же зафиксировано, все отрефлексировано, все занесено в дневник. Все выставлено где-то там в будущем на всеобщее обозрение. Все это прочтут. И вот я вам сейчас читаю. Значит, Ухтомскому не напомнил о деньгах. Дома бросался от рояля к книге, от книги к трубке и еде. О мужиках не обдумал. Не помнил, лгал ли. Должно быть. К Перфилиевым и Панину не поехал от необдуманности. И так далее, и так далее, и так далее. Понимаете? Всем этим заполнен дневники Льва Николаевича. Это поразительная вещь. И ведь в какой-то момент он действительно, и в этом будет несчастье всех, кто его окружает, потому что он добьется успеха. То есть он не сможет лгать органически. Он будет говорить то, что думает. Вот. Он не будет подражать никому, кроме Льва Толстого, а потом перестанет подражать и ему. В какой-то момент главной целью будет избавиться от Льва Толстого, понимаете, от последней обузы. И это разобьет жизнь его семье. Но это так, да, заглядывая вперед, туда, где начнется трагедия. Понимаете? Где начнется трагедия, и в том же дневнике этот человек запишет о своих близких. Оставшись абсолютно один, они не люди. Я не беспокоюсь, что вы сейчас начнете самосовершенствоваться по-толстовски, вот, и дойдете к тому, что разобьете свои семьи и так далее. Это слишком трудно. Вот, и надо иметь, конечно, совершенно невероятный характер для этого. А тут же еще одну, значит, цитату. Еще одну цитату. Без нее просто трудно идти дальше. Или вот, знаете, тоже. Хотел одну, а нашел другую. Никогда не буду служить нигде никакому правительству. Сколько отрицаний, посмотрите.
никогда не буду служить нигде никакому правительству. У меня дневника нет, и там ничего такого не написано. Вот, может быть, у моих соседей, может быть, это, чтобы я в юности такой, ну, в юности мог, конечно, но чтобы никакому. Речь шла ведь о том, что Советский Союз в свое время воспринимался, да, крайне негативно и агрессивно, это я помню, да, в молодости. Но наверняка я же думал, что придут какие-то хорошие люди, и я как гражданин, видимо, буду им служить. Вот разница между, знаете, и Толстым. Он никогда не будет служить нигде никакому правительству. Вообще. Что же я хотел прочитать-то, елки-палки? Вот, что-то ведь очень важное такое, без чего как бы я считал, что нельзя идти дальше, а сейчас придется. Вот, а ведь придется. А. Философ Бибихин, да, говорил, что невероятный талант Толстого в том, чтобы ходить вокруг странной точки. Знаешь, какая странная точка? Странная точка – это абсолютное ощущение того, что идет ли речь о жизни или о смерти, о том, что вверху или о том, что внизу, от того, что в лесу, и того, что в степи, от того, что в космосе, и от того, что в глубинах хаоса. Все это касается лично тебя. Вот я думаю, что без этого совершенно непонятно и многие вещи, которые потом произойдут. Лично тебя. Понимаете? Лично. Я немножко понимаю, о чем он говорит, потому что я все время вижу людей, которые о чем-то говорят, причем часто с жаром, с таким, но их это лично не касается. Это есть поразительное свойство человека. Вот, да? Он может говорить с жаром о чем-нибудь таком важном, да, таком важном, что кажется, но лично его это не касается. Он даже не понимает, о чем идет речь. Потому что если бы его лично коснулось, он бы так не говорил. Я знаю очень много людей, которые, если бы участвовали, выиграли бы все войны. А если бы они участвовали в Великой Отечественной войне, она бы закончилась бы через год. Блокады Ленинграда вообще бы не было. А страна бы процветала, если бы только они лично бы вот, поучаствовали как-то. Так случилось, что не пришлось, как-то не удалось. Они явили бы собой образчик настоящей любви, потому что они знают, как надо любить, в отличие от простых смертных, которые думают, как это, и что это, вот любишь, а про, что это такое, непонятно. Лев Толстой, кстати, тоже к таким принадлежал, вот, в этом смысле. Лично тебя, понимаете? И в этом будет колоссальный разлад в какой-то момент с ним, между ним и детьми, между ним и Софьей Андреевной, понимаете? То есть, когда он, там дневники будут переполнены, он там малолетнюю проститутку, малолетнюю, там девчонку, ребенка забрали в полицию. Тут вот лежит другая там девушка, совсем мертвая, умерла там от какой-то болезни или от голода. А дома подают осетрину. И разговор идет о том, что она не свежая. И вот в этом-то вопрос. Потому что для него-то это личное будет. То, что маленькую девчонку
Вот, она уже проститутка, и она болеет всеми возможными болезнями венерическими. Ее за... А там Журфикс, играет на фортепиано. Вот. Возможно, кто-то пришел. Вот, в Ясную Поляну приезжали и Танеев, и Скрябин, и Римский-Корсаков, и Рахманинов. Кто-то играет на фортепиано, подают осетрину, серебряные ложки. Вот. А рядом умирают от голода. Рядом умирают от голода. Вот здесь будет, вот, да, вот здесь. Вот здесь. И то, что он не может устоять, он был невероятно чувственный. Невероятно, судя по всему. У него есть запись, понимаете, читать больно, когда такое читаешь. Вот. Он пишет, похоть мучает до физической боли. Я представляю, как он ходит по Ясной Поляне. И... Вы знаете, что он с собой брал учителя, вот, для того, чтобы не сорваться в свое время? Учитель своих детей. Тот выходил и брал с собой. И тот смотрел за ним, чтобы Толстой вдруг не убежал куда-то, ну, вот, за кем-нибудь. Потому что он был очень сильным мужчиной. Вот. Очень сильным мужчиной. И очень одаренным в этом смысле. Но он-то не считал это одаренностью. То он считал это действием некой чудовищной демонической силы. Он так это и будет. Примерно так, да, излагать. И я так постепенно пытаюсь набросать все эти конфликты, которые он будет решать. Но до поры до времени, он просто поражается вот этой силе двойственности, этому удивительному какому-то переходу, да, переходу. А в старости он дочь будет воспитывать и объяснять ей, что надо делать добро. И дочь, по-моему, Маша, она напишет, вот все понимаю, папенька, папа там, или папенька говорит, что надо делать добро, но я не чувствую при этом ничего. А когда подумал, что купит мне новую шляпку, вот, или там платится, сердце аж подпрыгивает от радости. Вот, еще вопросик. А? Еще вопросик. Ну, это разве не про нас? Да? Вот, в той или иной степени. Конечно, это речь не только про Машу. Вот. Это речь вообще во всех нас. Вот. Конечно, подпрыгнет. Мне скажи, что там что-то вот из того, что я люблю, вот, мне дадут. Да? И сердце у меня подпрыгнет от радости. А скажешь, что сейчас надо пойти, например, и так для пользы человечества что-нибудь сделать. А при этом, смотрите, кто-то из его детей написал, что хуже всего на свете это принудительное добро. Вру, это Достоевский, по-моему. Это Достоевский. Ну, кто-то из детей тоже мог сказать, да? Принудительное добро. То есть, если человека принуждать к добру, ничего не будет. А как так? И вот, да, Толстой не просто теоретически, да, он практически каждый день этот вопрос решает. Каждый день. Ведь сердце же подпрыгнет от радости. Можно победить тщеславие, можно победить все. Вот, он в конце концов и победил. Как победить дьявола? Так будет называться его знаменитая повесть, которую он будет прятать от Софьи Андреевны, прятать, и которая потрясла меня в средней школе. Не до такой степени, как Крицер Станат потрясла современников, и, например, Константин Дмитриевич Бальмонт, который решил покончить с собой, и, слушая, как читают Крицер Станат, просто выпрыгнул из окна и хромал всю жизнь. Но, честно говоря, что-то такое, не знаю ничего о Толстом, меня поразило. Меня поразило. Он будет ее прятать. Будет ее прятать. Она найдет. Она найдет, прочитает, конечно. Будет ли хорошо от этого? Будет плохо. Будет плохо. И большинство вещей, которые он делал, из-за которых мы его осуждаем, мы бы не сделали. И, наверное, ну,
сказать, может быть, и хорошо, что мы не подражаем Льву Николаевичу. Да? Достаточно будет, если мы вот, что-то в нем поймем немножечко. И вот, да, другой момент, потрясающий. Смотрите. Это ситуация, когда он на Кавказе. Он на Кавказе, вот, все началось с прекрасной поездки, с братьями поехали через Саратов, там сели на огромную лодку. Лодка была настолько большой, что только коляска, только тарантас поместились. Вот, и гребли, и что-то ехали. И Толстой часто говорил, что эта поездка была, ну, одним из самых лучших, значит, каких-то воспоминаний его жизни. И Кавказ его изумил. И он здесь столкнулся со всей этой сложностью, то есть он столкнулся с тем, как русская армия загоняла горцев, как их тогда называли, в горы, применяя политику выжженной земли. И начинал понимать, что здесь есть разные правды. Да, и то, что потом, да, в Хаджи-Мурате у него, так сказать, прорастет. И вот на Кавказе. 12 июня. Вчера я почти всю ночь не спал. Пописавший дневник, я стал молиться Богу. Сладость чувства, которое я испытал на молитве, передать невозможно. Я прочел молитвы, которые обыкновенно творю. Отче, Богородицу, Троицу, Милосердие, Двери, воззвание к Ангелу-Хранителю. И потом остался еще на молитве. Это многие пишут книги, говорят, что Толстой никогда не был верующим человеком, рос атеистом и так далее. Это я не к тому, что я его как-то подтягиваю очень сильно, что обидно, потому что это неправда. Это неправда, тем более, что человек знал божественное озарение. Вы посмотрите, да, сколько молитв. Отче, Богородицу, Троицу, Милосердие, Двери, воззвание к Ангелу-Хранителю, потом остался еще на молитве. Ежели определяют молитву просьбою или благодарностью, то я не молился. Я желал чего-то высокого и хорошего, но чего я передать не могу. Хотя и ясно сознавал, чего я желаю. Мне хотелось слиться с существом всеобъемлющим. Я просил его простить преступления мои, но нет. Я не просил этого, ибо я чувствовал, что ежели оно дало мне эту блаженную минуту, то оно простило меня. Это замечательно. Это уже большой писатель, да, великий психолог пишет. То есть ты не успеваешь попросить, чтобы тебя простили. Потому что раз это есть, ты уже прощен. А? Толстой, это же Толстой настоящий. Простил меня. Я просил и вместе с тем чувствовал, что мне нечего просить, и что я не могу и не умею просить. Я благодарил, да, но ни словами, ни мыслями. Я в одном чувстве соединял все, и мольбу, и благодарность. Чувство страха совершенно исчезло. Ни одного из чувств веры, надежды и любви я не мог бы отделить от общего чувства. Нет, вот оно чувство, которое я испытал вчера, это любовь к Богу. Любовь высокую, соединяющую в себе все хорошее, отрицающую все дурное. Переживание, да? Сейчас я боюсь, что вы заплачете просто от радости, поэтому прочитаю чуть дальше. Чем все заканчивается? Это состояние заканчивается вот чем. Плотская мелочная страна опять взяла свое. И не прошло и часу. Я почти сознательно слышал голос порока, тщеславия, пустой стороны жизни. Знал, откуда этот голос. Знал, что он погубит мое блаженство. Боролся и поддался ему. Я заснул, мечтая о славе, о женщинах. Но я не виноват! Я не мог! Многоточие!
вечное блаженство здесь невозможно. Страдание необходимо. Зачем? Не знаю. Слушайте, ну не прекрасно ли, а? Ну не прекрасно ли? Понимаете, как бы настолько, как по-детски, очень глубоко. И как-то и заканчивается катастрофой. Удержать он этого не может, да? Но я не могу, я хотел бы, и ему Маша потом скажет, да я хотела бы, добро, да! Ну нет, я же не могу сказать, пошли делать. Ой, ё-моё, вот, да? Или там, Маш, поедем, купим тебе палатку. Поедем. И как же это? А и должно было быть, как должно было. Маша, да, добро. Да, и платится. Да ладно потом. Да что платится? Сколько этих шляпок? Нет. Все наоборот. Все наоборот. Ну да, уникальность Толстого. Мы все это переживаем, все испытываем. В том, что каждый день он вступает в битву с самим собой. Каждый день. Это битва с самим собой. Понимаете? И патологическая, я бы сказал, честность. Патологическая. А во время его службы был скандал. Да, и неоднократно. Потому что единственный офицер, может быть, вообще в русской армии, который не брал казенных денег, был Лев Николаевич Толстой. Их называли в армии безгрешные деньги. Да? Ну, мы не будем так уж это вот, значит, потому что из этого складывалось еще какое-то НЗ, да, которое потом тратилось на, так сказать, какие-то общие нужды. Ну, вообще, конечно, это считалось такой прибавкой к жалованию. Толстой не брал. Какие остатки фуража? Он в какой-то записке докладной написал, что нельзя взять даже того остатка, что не хватит даже на сено лошади. Офицеры восстали, потому что... Ну как? Ну а нам что делать? Это давнее правило. Десятилетиями так все поступают. Кстати сказать, может, от того, что десятилетиями так все поступают, нас так и били под Севастополем. Вот. Потому что били нас страшно. Вот. Во время почти каждой перестрелки соотношение убитых было 1:6. Вот. У французов с англичанами 1000 с чем-то, да. У русских 6000-7000. Понимаете? И вот там он вот находится в этом раздвоенной ситуации. Да? То есть, с одной стороны, ему хочется получить чин. Потому что родственники, потому что брат уже чин старше имеет. И хочется сделать военную карьеру. И все хочется. С другой стороны, он продолжает как бы себя муштровать. Вот. А он служит на 4-м бастионе, на который сыпется бомба. Там один обстрел был, по-моему, 10 суток. Вот. 10 суток беспрерывного. Беспрерывного обстрела. И кто совершает у нас вылазки? Лев Николаевич Толстой. И папа, по-моему, будущего реформатора Столыпина. Вот они на парочку. При этом одна из вылазок, вот так вот решили вылезти, 387 человек погибло. Понимаете, тоже, да, и Толстой записывает, вот своротил меня Столыпин, вот уговорил, значит, это самое, вылезти, а вот, и вот, то есть он всех поражает этой своей невероятной храбростью, вот, будет потом дни Севастополя вспоминать очень тепло, потому что война, женщин нет. И он лишен своего вот этого главного, да, одного из главных узловых конфликтов. Да, узловых конфликтов.
И не будь этих конфликтов, не было этих узловых конфликтов в архитектонике его произведений, потому что он же будет писать о том, что главный узел, он называл это узлами, да, главный узел «Войны и мира» – это история Наташи Ростова и Анатолия Курагина. И это как раз ведь тема Льва Николаевича Толстого. Это как раз его тема. А как он это будет объяснять? Это меня поражало это абсолютно, когда он в одном месте напишет, что а ведь тут в чем дело, она же, Наташа Ростова, ждет действительно Болконского, ждет его каждый день, она его любит. Но понимаете, когда женщина ждет, ждет, в ней очень сильное эротическое начало. Да? Оно как-то аккумулируется. И тут Анатоль Курагин, вот в чем опасность. Он все это понимал. Понимаете? Борясь с этими своими демонами, он многому у них научился. Они сообщали ему какие-то тайны эротического. Ведь потому что он, конечно, блестяще это все описывал. Блестяще, с каким потрясающим знанием дела. И представьте себе, вот этот человек... Да, конечно, конечно, да. Важный момент, который нельзя пропустить, потому что, ну, собственно говоря, и сегодня, насколько я понимаю, вопрос о том, чтобы как-то церковно простить Льва Николаевича Толстого, не стоит. Не стоит на повестке дня. Где-то я слышал какую-то передачу, вот, ну, будет ли отменено там, значит, это отлучение и так далее. Пока вроде бы нет. Вот. Но, значит, вдруг офицер русской армии записывает в дневнике, что вот такая мысль пришла в голову. Создать новую религию. Это еще пройдет очень много лет, пока это реализуется, пока он создаст эту новую религию. Но меня здесь поражает вот этот масштаб, понимаете? Во всех его делах меня поражает этот масштаб. То есть что это такое вообще? Вот. Я даже, мне не интересно, как я к этому отношусь. Потому что мое удивление, оно бежит впереди паровоза. Я поражен, понимаете? Поражен. Забегая вперед, да, обозначим, что этот человек сделал. Вот я сегодня был в книжном магазине, там продается, причем продается на полке с книгами по православию Евангелие Льва Толстого. Они зря это делают. Они зря это делают, потому что это один из главных конфликтов за последние 100 с лишним лет. И уж абсолютно главный конфликт между писателем и церковью. Мы еще вернемся к этому. Я просто, да, этот человек взял выбрасывать из Евангелия целое это самое. Вот он, в это он не верит, выбросил. Это ему непонятно, выбросил. И это он считает ненужным, выбросил. Я, честно говоря, чувствую какое-то оцепенение. Потому что если бы мне дали какой-то текст, тем более священный, ну, у меня бы рука не поднялась там что-нибудь выбросить. Вот. Ну, то есть я где, какой... Толстой это делал! Легко. Но легко это, конечно, не то слово. Это не то слово, потому что прежде чем это начал делать, он пережил грандиозный, да, некий внутренний переворот. И про этот переворот мы отдельно поговорим. Но вы понимаете, вот он не верит в чудеса воскресения, так он и Евангелие заканчивает тем, что Иисус Христос погибает на кресте. Это ошеломительно просто. Так он же и во всем остальном точно так же. Вы понимаете, что это за характер? То есть он дочери будет говорить, дочь ему стала объяснять, что это вот когда ссорился с семьей, дочь скажет, что
Папа, непонятно, что вы там говорите. Вот. Я не знаю, я не определился, как я должна относиться ко всему к этому. Там, да, к Евангелию, к жизни. Там. И он ей скажет, как относиться? Да нет никакого отношения. Горит дом! Ты выбегаешь и бежишь! Нет ничего! Я думаю, дочь смотрела на него пораженно. Но для него это было так. Горит дом, нет никакого отношения. Единственное, куда ты можешь бежать, это туда. Нету никакого. Может быть, все-таки иудаизм? Или там... Вот в буддизме есть привлекательные черты. Вот. Или там... может быть, полистаем Лютера, кажется, вот у него там горит дом, нет никаких размышлений, ничего, ты сейчас сам сгоришь, и все сгорит. И единственное место, куда бежать, туда. Это так Толстой относился к жизни. К жизни. Это характер. Понимаете? И это характер. И вот, да, и что же такое эта жизнь-то? Что же такое эта жизнь? Потому что, вот я там где-то выписал, у меня один французский критик написал, если бы жизнь писала, она писала бы именно так, как Толстой. И для него вообще понятие жизни и живого было одним из основополагающих. То есть, когда мы вот это слышим, что да, пришел какой-то проповедник, этот проповедник начал говорить какие-то скучные вещи, описал такие прекрасные произведения, а тут вдруг это. Он ни о чем, кроме жизни, не думал. Только еще о смерти. Только еще о смерти. Потому что, ну, больше не о чем думать. У Толстого есть закон, то есть, да, этот закон касается всех его произведений, все его жизни. В этом смысле он целостный абсолютно. Жизнь – это всегда возрастание, это рост, а? В жизни нет убывания, это рост. Другое дело, что рост может быть драматическим, этот рост может быть трагическим, да. Но это возрастание качества, это возрастание чего-то. А вот убывание чего-то – это смерть. Это смерть. И для Толстого важным-то вопросом было, самым важным, о чем он говорил постоянно. И ему не поверили. Ведь ему не поверили, потому что мое дело проживать жизнь так, чтобы это была жизнь, а не смерть. Я еще раз прочитаю. Мое дело проживать жизнь так, чтобы это была жизнь, а не смерть. И одновременно бежать из горящего дома. Да? А вот мое любимое, одно из любимых. Нет, это еще не самое любимое. Вот. Неужели придется своим словам? Нет, нашел. Нашел. Вопросы земства, литературы, эмансипации женщин. В мире искусства не только не занимательны, но их нет. Вопросы эмансипации женщин литературных партий невольно представляются вам важными. Это он в письме Бабарыкину. Был такой популярный прозаик в то время. Вам важными в вашей литературной петербургской среде, но все эти вопросы трепещутся в маленькой луже грязной воды, которая кажется океаном только для тех, кого судьба поставила в середину этой лужи. Неплохо, правда? Ну, в смысле, излагает. Цели художества несоизмеримы, как говорят математики, с целями социальными. Я тут паузу сделал.
То есть это очень несвоевременная мысль. Вот. Цели художника, я еще раз повторю, несоизмеримы с целями социальными. Цель художника не в том, чтобы неоспоримо разрешить вопрос, а в том, чтобы заставить любить жизнь в бесчисленных, никогда не истощимых всех ее проявлениях. Ежели бы мне сказали, что я могу написать роман, которым я неоспоримо установлю кажущееся мне верным воззрение на все социальные вопросы, я бы не посвятил их 2 часов труда на такой роман. Но ежели бы мне сказали, что то, что я напишу, будут читать теперешние дети лет через 20, и будут над ним плакать, и смеяться, и полюблять жизнь, я бы посвятил ему всю свою жизнь и все свои силы. Вы понимаете, что в чем моя вера? Его богословские работы, эти тома, они же написаны тоже для того, чтобы каким-то своим способом вот этим, да, полюблять жизнь. Как он ее понимал. Но ведь для этого нужно отличить ее от нежизни. Вот. Вот. Вот зерно толстовства, да. Толстовство не в смысле течения, кстати говоря, а анекдот про Толстого, но это из мемуаров одной из его дочерей. Это так, на всякий случай. Что просто мы как бы закрыли эту тему, мы к ней еще вернемся, конечно, потому что Черткова нам не удастся обойти. Вот. Но, дочка спрашивает, папа, там пришли какие-то толстовцы, вот, папа, а кто такие, это кто такие? Говорит, дочка, это представители самый непонятный и самый чуждый для меня секты – толстовцы. Врешь, не возьмешь, понимаете? Потому что вот это поразительно. То есть человек, когда создал проект «Семейной коммуны» после переворота, ну тоже об этом чуть подробнее, все спать вместе, мужчина в одной комнате, женщина в одной комнате, имущество раздать. Вот, все раздать, от всего отказаться. И, казалось бы, он весь готов раствориться в коллективном нечто. И при этом такое индивидуальное нечто в этом во всем. Понимаете? Ни толстовство, никто. Представители самой неизвестной и самой чуждой мне секты. И он был совсем противный. Вот еще, совсем противный секты, толстовцы. Был вопрос, когда они поедут уже, когда он уйдет из Ясной Поляны за несколько дней перед смертью, не поехали к толстовцам? Нет, конечно, в последнюю очередь. Вот. Как можно ехать к толстовцам? Вот, понимаете, это все очень-очень любопытно. Очень-очень любопытно. И удивительным образом половой акт, то, что производит жизнь, он считал не жизнью. Это очень неактуально. Из нашего пространства, где все сексуальные революции произошли, закончились, от секса уже все устали. Вот, да, молодежь не хочет выходить из дома, потому что это так тяжело, это надо куда-то идти, это, надо что-то говорить. Лучше вообще не говорить, это что раздеваться, это кошмар, сколько труда, это немыслимое дело, вот, и так далее. Но там вопрос стоит остро. Вот, понимаете, это же люди еще не испорченные пятерочкой. Люди, не вкусившие от Apple. Вот, то есть у них очень сильное, да, так сказать, начало пола выраженное. И в Льве Николаевиче оно было мощнейшим. То есть не было еще унисекса. Вот. Было вот до боли. До физической боли. И, ну, посмотрите, вот такая подборочка, мне очень нравится. Вот. Девки сбили меня с толку.
из дневника. Девки мешают. Из-за девок убиваю лучшие годы своей жизни. Это ранний Толстой. Ранний Толстой, который волочится за девками, которого Тургенев в Баден-Бадене по его просьбе найдет, там же, где, в общем, находили и Федора Михайловича, где Толстой проиграет то ли 3000 рублей, то ли сколько-то, заразится в тяжелой форме еще одним венерическим заливанием, и Тургеневу надо будет это все расхлебывать, в том смысле, что гасить долг, вот, и как-то лечить Толстого. Понимаете? Это было колоссальное искушение. Просто колоссальное. А ведь в юности он как с братом старшим поедет, он будет потом про это рассказывать с удовольствием, как брат ему преподал урок. Ну, то есть, какой путь вообще может проделать человек? Да? Он будет, значит, мимо проедет карета, и в карете будет сидеть мужчина, значит, хорошо одетый, но без перчаток. И Толстой скажет своему брату: мне кажется, что этот человек какая-то абсолютная скотина. И тот спросит: а почему ты считаешь, что он абсолютная скотина? Да потому что он без перчаток. И брат так посмотрит на него и скажет: да. То есть без перчаток и абсолютная скотина. И в Толстом там что-то щелкнет в этот момент. Пожалуйста. Пожалуйста. Так бы мог Анатоль Курагин сказать. Вот. И Елена Безухова. Да? Помните, да, надо жизнь отделить от нежизни. Это главный его вопрос, да. То есть у него что происходит там с героями? Балконский, Безухов и Ростова, они что? Они ходят и все время натыкаются или на жизнь, или на нежизнь, или на какие-то смежные формы. Да? И история человека, история духа в том, чтобы научиться это разделять. Потому что если не научишься, попадешь в нежизнь. А она так похожа на жизнь. Вот. Так похожа на жизнь. Более того, да, посмотрите. Безухов толстый. Толстый, да. Балконский в мрачность впадает. И он немножко не так описан. Вы сейчас Тихонова представляете, а я вам про Балконского. Вот, да. Наташа Ростова, да, там в первой сцене в какой-то нас некрасивой девочкой, да? А она там красота-то потом приходит, да? И понятно, почему она приходит. Княжна Мария, да, некрасива. Кутузов все время спит, даже на собственных совещаниях. Все время спит, что-то дремлет, вот, значит, отступает, что-то бормочет, вот, и побеждает Наполеона. Елена Безухова – красавица. Анатоль Курагин – красавец. Долохов – красавец. Понимаете? А? Вот в это надо окунуться, да, по Толстому. Потому что... Кто-то сказал, что гениально сказал, что, может быть, «Война и мир» — это самое большое четырехтомное объяснение в любви, самое изощренное одной женщине. Мы еще поговорим про эту женщину, может быть, если у нас будет. Но это абсолютно история Толстого и его близких. У каждого персонажа есть прототип. Да? Абсолютно угадываются все его ходы. Да? Понимаете, он однажды напишет. Ну, то есть он старается, молодой человек же, понимаете, определенная среда, надо вести развратную жизнь. Ну, есть такой вот, вынужден. Встал утром, пошел вести развратную жизнь. Иначе какой ты там дворянин? Или ты какой офицер? Ты встал и решил почитать Шпенгауэра. Да тебя засмеют просто. Ты кто такой? С таким подходом не только войну 12-го года, вообще ничего не выиграешь. Вот. Утром встали, пошли пить, развратничать и куролесить. Вот так проводит молодость. И Толстой пробует. И пишет. Я вдруг выяснил, что все люди, которыми, значит, я занимаюсь вместе разгулом и развратом,
талантливее меня в этом деле. Значит, это не мое предназначение. Все гнев. То есть, если бы он выяснил, да, выяснил, что, значит, он талантливее их в этом деле, возможно, это он бы откликнулся, значит, это его предназначение. И он все время, это ощущение, да, и в армии, да, он думает, делать, не делать, не в этом моем значении, не в этом, да, в другом. Вот, так что с девками все тут, конечно же, непросто, ох, как непросто. И тем не менее, да вот, выписано, из армии приезжает, три задачи перед собой поставил, это Толстой. Педантично ставит перед собой задачи и собирается их решить. Первая задача – попасть в круг игроков и при деньгах играть. Жизненная задача, ребят, это задача на жизнь. Вторая. Попасть в высокий свет и при известных условиях жениться. Третья задача. Найти место, выгодное для службы. 1949 году этот человек описывает программу, да, которая и ему самому потом, и всем его героям будет казаться просто омерзительным. Но только он ее будет реализовывать. Он же проиграл лес. Ну, тут надо знать, что такое был лес для Льва Николаевича Толстого. Надо вспомнить его рассказ «Три смерти», да? О том, как умирает барыня, о том, как умирает, по-моему, крестьянка, и как умирает дерево, да? И вот эта красота того, как умирает дерево, да? Красота этого извечного начала, в котором нет никакого... Хуже всех, конечно, барыня, вот, вот. Совершенно омерзительно умирает по Толстому. Лес, он же всю жизнь будет сажать леса, сады, он будет служить Ясной Поляне, этому природному миру. Здесь он проигрывает лес. Более того, он проиграл же Яснополянскую саду. Он проиграл в карты. Вот. И я там не помню, честно говоря, подробностей, потому что если он проиграл, как она осталась. Но там, видимо, был дом, который его разобрали, просто разобрали за долг и увезли в соседнюю губернию или куда-то. Лев Николаевич его проиграл. Понимаете? Он будет уже знаменитым писателем, он уже будет писать казаков, он будет погашать долги, которые он наделал, играя в карты. И он до конца будет расхлебывать свои любовные приключения. Но по-толстовски. Что значит по-толстовски? По-толстовски это следующее. Да? Это момент, когда он совершит свою роковую ошибку. Но совершит ее из честности. Из честности. Потому что иначе просто не мог. А он знакомится с семейством Бирсов. Да, как вам известно, там три сестры. Вот, все думают, что он посватывается к старшей. Вот. Но его ловит на его же удочку средняя Соня, которой 18 лет. Многие будут считать, что тайно он будет влюблен в младшую, в Таню. Ей будет 15 лет в то время. И она очень любила проводить время, катаясь на Льве Николаевича. Ну, то есть, используя как лошадку. Вот. А с Таней он напишет Наташу Ростову. Более того, будет некий скандал, Татьяна выйдет замуж, и когда будут книгу издавать, художник изобразит Наташу Ростову как Татьяну Берс. И муж будет очень недоволен. Но это какая женщина откажется быть Наташей Ростовой?
И она так мужу, видимо, сказала. Ц-ц. И говорят, они дружили всю жизнь, с огромным удовольствием общались, и говорят, и именно вот здесь имеется в виду, когда говорят, что четырехтомное объяснение в любви, запутанное Наполеона пришлось в войну 12-го года, и Аустерлица, и все это небо, вот, и все остальное, и разговор с Дубом, и Наташу Ростову, просто чтобы вот поговорить с Татьяной. Поговорить с Татьяной. Мне нравится, честно говоря, такая концепция, мне нравится. Но все равно мелковато. Мелковато. Хотя позволяет все-таки полюблять жизнь. И в этом смысле мы можем двигаться в фарватере, Льва Николаевич. А, да, да. И Соня, он отдаст ему однажды написать, прочитать повесть. А в этой повести будет выведен он сам и ее жених. Ее жених, она уже пообещала руку и сердце кадету. И вот именно этой, после этой повести, попав внутрь повести, побывав персонажем, прочитав про себя, что человек некрасивый, вот, часто меняющий убеждения, переменчивый, переменчивый, Лев Николаевич вдруг начинает как-то заходиться немного. А? Но вы помните, да, проект семейного счастья – это чтобы все было как в той ясной поляне, в которой он родился. Поэтому он жену убирает очень долго, очень долго. Одно время даже дочь Федора Ивановича Тютчева там едва не становится женой. Но он ее отвергает, потому что слишком белоручка. Вот, жена должна хлопотать, ясная поляна, имение там и так далее. И вот тут, и главный вопрос, она или не она? Она или не она? Ну, то есть вопрос-то наивный, да? Наивный, потому что нам-то же как себе представляется. Ну, не она, еще раз попробовал, там, да, не, опять не она. Ну, поехал куда-нибудь, может она наконец попадет, снова не она. Ну, вот. Некоторые по 7-8 раз пробуют. Вот. Все не она и не она. Ищут все ее, вот, и все не она. Понимаете, но Лев Николаевич знал, что он женится только один раз. Потому что вот в эту систему его убеждений входило вот это убеждение. Развод невозможен. Развод невозможен. Поэтому это, что называется, ставка больше, чем жизнь. И все это время он себя вопрошает, она или не она, кажется или не кажется. Кто выбирает, Толстой или тот, кто за Толстым? Вот это другое я, с которого я начинал лекцию. Кто выбирает? Ну здесь же все, да, все живое. Софья Андреевна в своих мемуарах опишет эпизод невероятно трогательный, когда, значит, останутся ночевать, по-моему, в Ясной Поляне, и надо будет, берсы останутся ночевать, и Лев Николаевич возьмется постелить постель Соне. И будет это делать так неумело. Вот, волнуясь, вот это дергаясь, простыня куда-то уехала, где эти подушки, где вот это, ну, это я так себе представляю. Вот, огромный этот человек, понимаете, невероятные силы. Вы просто себе представьте силу этого человека. Здесь у нас в Самарских степях, он же каждый раз, во-первых, да, Самарские степи, это так, просто лирическое отступление. Это была Мекка, как это назвал Павел Басинский, для, значит, Льва Николаевича Толстого. Он всегда здесь себя чувствовал хорошо, он купил здесь имение, а это имение будет приносить доход. Он соберется здесь выводить новую породу лошадей, из-за которой будет колоссальный скандал там с Софьей Андреевной. Он говорил, что эта степь пахнет Геродотом. Да. Самым знаменитым, да, античным историком, греческим историком, пахнет Геродотом. Он будет ездить туда пить кумыс и влюбится в эти места. То есть вот эти места, которые тут недалеко, ну вот сравнительно, это предмет огромной любви Льва Николаевича Толстого. И с башкирами
которые считали его просто героем. Ну, он, в общем, и был героем, да. Но они, наверное, были было неизвестно, что он был героем, награжден орденом, там, вот, за севастопольскую кампанию. Просто они устраивали все время состязания. В верховой езде и на силу, значит, бралась палка, садились два человека, один другого поднять должен был. Кто кого поднял, тот сильнее. Толстой же побеждал этих степных жителей. Граф, он не мог поднять только одного человека, который весил там непонятно сколько, там 150 килограммов, его и так поднять не на палке было невозможно. Понимаете, о, он же их всех побеждал. Вы просто себе представьте, какой физической силы этот человек. Это он не в фитнес-клубе там где-то, понимаете, вот. И это он с людьми, которые провели всю жизнь в седле и всю жизнь в таких играх. И он выиграл, и они считали его просто героем. Вот. Может быть, эпическим. Может быть, где-то в каком-то эпическом сказании башкирском есть какой-то герой, и его прообразом стал Лев Николаевич Толстой. Это все очень важно для того, чтобы вы поняли, что произошло. И вот этот человек, да, стиль по стилю. Ну и, как понимаете, я всегда, когда мы мужчины соберемся и спорим друг с другом, всегда у нас были партии. Я помню, еще в юности было две партии. Одни считали, как покорить сердце женщины. Да? Я вам сейчас все расскажу, потому что я это потому пишу, что сам давно уж не грешу, как говорил Пушкин. Правда? Вот, сейчас можно раскрывать все секреты, все рассказывать, и я в ближайшее время собираюсь выдать вообще все. Вообще все. Собираюсь выдать со школьных лет. Вот. Все, что в загашнике, все тайны лежали, все. Как ну, я не хотел этого сравнения. Вот. Ну, я думаю, что немножко пародирование не помешает. Уж больно великий у нас герой, да? А спор был какой? Вот одни считали, что надо быть вот этим вот героем, да. Героем, каким-то особенным человеком. Чтобы женщины видели, что перед ними полубог, и, увидев это, падали ниц. Ну, конечно, мы все пробовали. Я попробовал вот быть героем и полубогом. Вот. В принципе, если получается, неплохо. Вот. Если получается, если удается убедить женщину в том, что ты полубог, тогда какое-то время, примерно полгода, если повезет, к тебе могут относиться как к полубогу. Но недолго. Надо все время подтверждать свое полубожественное происхождение. То есть все время совершать подвиги. А так нетрудно и голову сложить. А есть второй вариант. Я считал, что второй. Растрогать ее. Растрогать. Ну, то есть показать наоборот свою растерянность, да, свою неумелость, свою какую-то, ну, никчемушность какую-то вот эту всю, понимаете? Я же и взяться-то не знаю, как за это дело. Вот это. И вы знаете, я вам скажу. Работает. Да. 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 Потому что сердце женщины начинает как-то открываться сразу тебе. Она думает, какой неловкий, а какой дурак. И вот если она думает уже, какой дурак. Это не то, что когда она думает, придурок. Это не вот это, не придурок. Ты еще не придурок. Из придурка это уже плохой знак. Вот это. Дурак. Дурак. Понимаете? Какой дурачок, а? Ну, да, не может же... Не может постель, в общем, застелить, а? Понимаете? Вот. Ее же, наверное, не любил никто никогда. А это же главное переживание Толстого. Если вы читали Казаков, да, то там Дед Ерошка, а Ленину, кстати, если не читали, это великая вещь. Вот, потому как она написана. Особенно хорошо читать с дневниками Толстого того же периода, где он пишет, что это слабо, у него ничего не получилось, это позор и так далее. А ты читаешь такую прозу.
Вот, ты думаешь, интересно, что такое, если у нее сильно получится? Это что будет? Вот. И Оленин собирается на свидание, и дед Ерошка смотрит на него, он такой неловкий, какой-то никудышний, и он говорит: «Нелюбимый ты какой-то». Вот. Вот. Это чувство Толстого, он же был некрасивый. И он всегда в нем это сидел. И она написала Соне, что он некрасивый. И она. И вот он, знаете, я думаю, я себе представляю, что все, что он делает, как он эту постель стелет, когда я пытаюсь увидеть в каком-то фильме, вот здесь, вот внутреннем, я думаю, он стелет ее как нелюбимый. Знаете, как нелюбимый стиль, в котором очень ведь хочется, чтобы ее кто-то любил. И это так далеко спрятано, но это так хочется. И она... Ой, много ли надо девушке 18 лет? Растаял. А дальше он письмо пишет. Он пишет письмо, он носит его с собой, он не может его отдать. Там сложная ситуация, старшая сестра уже в истерике, потому что она думала, что к ней, тут в какой-то момент она выясняет, что к Соне, и он приносит молча, отдает ей письмо, она его открывает и пытается в финал сразу заглянуть, что там финал, прошу вас, это... потом прочитаю. Лиза плачет, рыдает, потому что не она. Мама выходит и говорит там, что граф сделал мне, иди к нему, дай ответ. И она приходит, стоит Толстой, вот такой как-то облокотился, потерянный, вот, нелюбимый какой-то, стоит, и она ему говорит да. И вот тут начинается самое интересное. Здесь мы, конечно, и закончить эту лекцию, но все-таки я сделаю еще один шаг. Я сделаю еще один шаг, потому что там еще будет интереснее. И лучше вас с носом оставить там. Вот. Ну, мы знаем. Вот. Все тайны скоро расскажу. Все, абсолютно. Любовные в первую очередь. Ну, в смысле, никто там не живет. А как? Ну, вы-то их давно знаете, ну, может, кто-то. Лев Николаевич. Для того, чтобы Софья Андреевна знала, за кого он выходит замуж, дает прочитать свой дневник. А кое-какие выдержки я зачитывал. Теперь немножечко, друзья мои, переместимся в 19 век. Из мемуаров Софьи Андреевны, да, тогда еще Соне. Ей было 15 лет, кто-то приехал из родственниц, рассказал ей, как рождаются дети. И что для этого делают мужчина и женщина. Она упала в кровь и рыдала. Ей это показалось настолько ужасным, да, невыносимым, кошмарным, грязным. Прибежала мама и спросила: «Соня, что такое?» И она сказала потрясающую фразу, понимаете? «Мама, сделай так, чтобы я это забыла». Круто. «Мама, сделай так, чтобы я это забыла, чтобы я никогда не знала, что это есть на свете». И, как она пишет, она была убеждена в том, что только один есть вариант. Через вот эту вот мерзость, да, переступить, это найти такого же чистого человека, как она. И тут граф Толстой приносит ей дневник. Дневник. Если я, значит, нет. Ну ладно. Нет, наверное, я где-то потерял эту. Вот. Ну, потерял, короче говоря. Закладку.
В общем, ничего веселого, конечно. А она напишет, что она не смогла этого забыть всю жизнь. Биографы, которые обычно никогда друг с другом не согласны, здесь согласны. Вот. Что источник будущей трагедии, да, Толстого вот в этих дневниках. Ну, то есть разница, да? Конечно, Софья Андреевна предполагала, что мужчина в 34 года, уже известный писатель, с военным прошлым и так далее, конечно, гораздо более опытен, чем она. Но одно дело предполагать, а другое дело прочитать. Понимаете? Вот с этими толстовскими подробностями, да, со всем этим, и более того, узнать, что сын есть, оказывается, внебрачный. А так как он внебрачный, то он работает кучером в той же Ясной Поляне, куда они поедут на днях. И что мама этого ребенка, Аксинья, привет великой эпопее «Тихий Дон», вот, написанной, как говорят, в толстовском ключе, с толстовским эпическим размахом, да? Там же, в Ясной Поляне. И читать в этом дневнике что она единственная, кого он когда-либо любил, Аксинья. Ну, вот я не знаю, что с ней было. Это накануне свадьбы. Ну и жених-то у нас, понимаете? У нас и жених-то ведь не уверен. Вот, у нас жених-то ведь тоже не уверен, она или не она. Вот. А так как жених не уверен, она это или не она, то он что, он накануне свадьбы приходит и отговариваться начинает. Это, как вы знаете, это всегда повышает настроение женщины. Опять я все тайны, я не могу сегодня, я просто болтаю и болтаю. Конечно, конечно, сделал предложение, тут же отговаривать начинает. Но лучше дай ей немножко позреть, то есть чтобы она как-то помечтала, вот, и даже уже рассказала подругам, и уже вот. А после этого начинает отговариваться. После этого говорит, что ты недостойный человек, что от тебе... Все это он начал делать. Но я-то ведь шучу, скоморошничаю. А он-то это не потому, что он же... Что важно? Важно навсегда покончить с дьяволом. Как можно покончить с дьяволом в браке? В браке. Это первая причина. Вторая причина. Брак – это восстановление детской утопии. Но третья причина. И вот здесь-то он оказался гениален. Потому что третья причина заключалась в том, что, помните Ваня Карениной, когда Кити не знала, где заканчивается она и где начинается Левин? Ну, Левин, Лев Толстой, да, вы понимаете, кто является прообразом этого персонажа. Вот что. То есть он понимал, он же ищет свое назначение. Значит, оно не в разврате. Вот. Оно не в военной службе, а оно уж еще меньше в гражданской службе, бюрократической. Этот человек что-то чувствует. Он чувствует, что он может нечто написать. И вот для него брак – это создание некого третьего существа, когда мы не знаем, как соединяются эти комнаты, да? Но когда они соединяются, силы души открываются, а ему нужны все. Через некоторое время он напишет «Войну и мир» за 6 лет. Он напишет «Войну и мир» за 6 лет. И ведь, друзья мои,
Ведь вот если найду... Вы понимаете, он какие-то потрясающие вещи начинает говорить и писать, да? О том, что... Вот сейчас только, да, что, ну вот все это было каким-то какой-то подготовкой, это был как какое-то учение, все это была еще не жизнь. И вот теперь, когда все открылось, а, все открылось, он готов. И он в этом состоянии напишет, я вам заранее скажу, «Войну и мир» и «Анну Каренину». И как только он запишет «Анну Каренину», случится то самое. То есть случится тот самый переворот, который разрушит всю его жизнь. А в том числе и жизнь всех людей, которые его окружают. Вот, понимаете, кто-то говорит, что художник вот хорошо, когда он в тюрьме, вот как Сервантес. Но Сервантес другой художник. И Сервантес в тюрьме пишет Дон Кихот. Лев Толстой чувствовал, что свои главные книги он напишет только внутри семейного счастья. И вот теперь все противники Толстого, я куда-то туда обращаюсь, как будто они в соседнем доме там живут за окном. А были у него основания отстаивать брак так, как он его отстаивал? Да были. И были не только идеологические. И были не только потому, что хотя это тоже, это крайне важно. Здесь все крайне важно, что брак спасает от дьявола. Да? Он через некоторое время выяснит, что он не спасает. А потому что для него это были «Война и мир» и «Анна Каренина». Лучший роман в истории человечества, в этом согласны и Владимир Набоков, и Уильям Фолкнер, люди, которые сами неплохо писали романы, мягко говоря, и десятки и сотни людей. Да, вот это совершенное творение, да, он написал его, будучи счастливым. И он написал его тогда, когда он сидел, а в дневнике писал. Сидишь, слышишь, как она ходит, хлопочет. И хорошо. Ночью проснуться и разговариваем друг с другом. И случился парадокс. Этот человек пробегал мимо жерла пушки и не боялся смерти. И этот человек совершил какое-то количество вылазок с четвертого бастиона. Он был в самом аду этой войны. И не боялся смерти. Стал счастливым, я в дневнике пишу, как они сидят с Софьей Андреевной, и вот он пишет, неимоверное счастье, не может быть, чтобы все это закончилось только жизнью. А чем? Понимаете? А чем? То есть он не верит. Вот здесь начинается, да? Начинается вот это, да, главная битва. То есть, а какая же смерть вообще? Как? Как это возможно? Не может быть, что это закончится. Потому что, это по тому же признаку, если ты чувствуешь вот это, этот удивительный подъем и думаешь... Надо попросить прощения. Да ты уже прощен, ты, конечно, не был подъема, если тебя не простили до этого. И если у тебя в семье такое счастье, то есть ли смерть? Да нет, потому что не было бы тебе так. И все-таки. И понимаете, он стал бояться. Умереть. Это еще не
«Арзамасский ужас», да, к которому мы перейдем в начале следующей лекции. Это его преддверие. Это его преддверие. Но поразительно, что его дает счастье. Вот что поразительно. Вот где парадокс. И, конечно, он заведет вот эту традицию читать дневники друг друга. Не самый, конечно, тонкий ход. Прямо скажем, он сам это признает. В какой-то момент напишет: все, что здесь написано, ложь. Как будто она стоит за плечом и читает. И будет момент, когда они откажутся от дневников. И будут моменты в конце жизни, когда он будет прятать свои дневники от Софьи Андреевны. Но мы можем судачить как угодно. Этот человек иначе поступить не мог. Не мог.